Настюшка? Привет! Ку-ку! А мы сегодня приехали в зачарованный лес Санты. Настюша вся в предвкушении. Что же там ее ждет? Как ты думаешь, кто там будет? Дед Мороз. Да? Настюша с папой пошли шарики выбирать. Вот теперь у нас ты друг появился. Идем? Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata. Сегодня будешь загадывать желание Санта-Клаусу? Да? Уже загадала. Уже загадала? Да. Ну пойдем, найдем его, да? Собачку и кошку. Собачку и кошку хочешь? Да. Надо его отыскать и попросить у него, да? Да. Тарелка НЛО, ничего себе! Машите, машите! Сколько красивых фотографий можно тут сделать. Сейчас мы одну сделаем обязательно. С Новым годом! Настюша только что была в гостях у Санты. Ты загадала желание, Настюш? Загадала, попросила. Что ты попросила, скажи? Пусть мою собаку. Правда? Что он сказал? Подарить тебе на Новый год? Сказал хорошо себя вести и подарить. Покажите. Вот такие, чудесные фотографии. Вон и я даже там. А вот Настюша одна. Посмотрите, какой Санта. Он же настоящий. Как он говорил? Красивая елка. Сколько тут подарков, да? Как ты думаешь, у тебя будет много подарков на Новый год? Да? Два только. Кто там будет? Кошечка и собачка? А, хорошо. Увидим, посмотрим. А ну-ка, войдем. Что тут такое интересное? Ну-ка, Настюх, показывай. Нужно собрать Дед Мороза. А ну-ка, давайте. Дед Мороз, почему с рогами у вас? Боша? Ну да, туловище нужно подправить. Настюш, иди крути. Так, это Дед Мороз. О, вот это похоже, да? А здесь? О, вот, кажется, правильно. Нет, это неправильно. О. Ну что, так правильно, Настюш? Да. Настюха в лабиринт побежала. Ты где там? Как все светится красиво. Что ты хочешь? Пончик. Пончик, ты голодная? Ну пойдем купим. Горяченькие. Подожди, еще пока. Сейчас остынет. Подуй. Чуть-чуть. Пока просто держи в ручке. Ну что, вкусные были пончики? Микки, Минни, Маус. Настюша их очень любит. Какие все большущие. Настюшенька, ух ты, какую моя бабочка. Какая ты красотка. О, а теперь Настюша и папа. Настюха круче. Ой, какие вы молодцы. Какие вы хорошенькие. Вау, вот это да. Давай прокатимся, Настюш. Хочешь? Давай, пойдем. Настюша досталась самое классное место. Впереди все кареты. Сюда? Ну все.
что, будете играть? Давай, Настюша. Молодец. Так, что нам дадут? Что-то... О, можно выбрать любую. Вот это да. Посмотрите, сколько много. Настюша выбрала розового мишку. Ура! Настюша, показывай. Показывай своего мишку. Весь такой сердечками. Класс. Настя еще попытает, да, человека? Кого тут? Крокодильчиков. Настюш, выбирай две любые. Выбирай, выбирай, выбирай. Один. Два. Ой, ускакал. Опять розовый? Розовый. Кто это хоть, Настя? Настюша поедет со своей новой розовой игрушкой. Руль такой странный, да? Что ты там прячешь? А? Покажи, что папа купил. Огромная волшебная палочка. Наколдую. Что ты наколдуешь? Наколдую, наколдую. Ничего себе! Так оно же игрушечное. Настюша пишет письмо Санта-Клаусу. Она загадывает свои самые сокровенные желания. Вот так. И бросаю его. Я надеюсь, на Санта услышит и принесет тебе подарок на Новый год, тот, который ты загадала. Сегодня мы уже все обошли. Последняя наша фотография. И мы с Настюшей едем домой. Подписывайтесь на канал и ставьте Настюшеньке лайки. А я поехала. А ты поехала, да? Ладно.